Всем доброго времени суток. Сейчас мы собираемся на охоту. Сейчас вот только соберу, начистил оружие. И соберу сейчас. Надо купить еще смазки. Вот это у меня заканчивается, все чуть-чуть осталось. Вот это хорошая смазка. Ну и вот и Беркут тоже вроде мне ничего понравился. Вот, а так буду этот собираться. Не поеду. Наверное, возьму Злату и Каюра. Не знаю, или Чезу. Подумаю сейчас. Вот так вот. Собираю. А то раскидал тут все одни запчасти. Так, ну все, собрал. Так. Буквально 5 минут, 5 секунд, и все собрано. Все в чехол и собираемся. Так, ну что? Морда выглядывает. Все. Поедем. Ну ладно, ладно. Я, конечно, боюсь, что вы поедете вместе со мной. Златка и ты, это... Я боюсь, что будет катастрофа. Пока тепло дверь вашу отмыть. Вы тут сидели грязные. Златку я намочил. Будет ее домыть. Злат, иди садись. Это сидит изначально. И спит, и следит. О, летит. Тихо. Мячики охраняет. Не прыгай. С мячиком пришла. Ты решил с мячиком ехать? Нет, Бел. Все, я вас закрываю. Поедем. Адреналину поймаем, да? Вы два сапога пара. Сейчас посмотрю, как вы будете себя вести. Златка одна с белкой, с белку не ходит хорошо. Ты с Чезой ходишь хорошо, с мелкой, потому что не уводишь ее. Я сейчас посмотрю, как вы со Златой. Если будет то, что мне не нужно, вместе ходить больше не будете. А что это за взгляд был? Из-под лобья. Здесь сейчас слева будет пруды. Ну, он пруд один, там разделен на две, там как бы... Там раньше и рыбу ловили этим карасиков ребята, ну как бы местные вот здесь вот. Но я когда приезжаю, там всегда сидят утки, бывает и гуси даже сидят. Вот здесь раньше было с правой стороны болото, прямо около дороги. Вот камыши еще остались. Вот здесь утку прямо стреляли, ну как бы добывали с собаками. Еще дороги такой не было. Это сейчас дороги. А раньше ничего такого не было особо. И вот здесь вот прудики такие, и стопудово там утка сидит. На одном не вижу, на втором плохо заросло все. В тот раз приезжал, было много, штуку 8, ну было прям видно, что много уток сидит. Эх, было время. Все, успокойся, ребят, здесь тоже постояли, она ему здесь стоять. На луже, сейчас. Ждите, штиблет уберу, все возьму и пойдем. Сейчас, все, последний штрих. И навигацию в карман. Так. Ружо тарарарам. Вот так вот. Да, сейчас идем. Молодцы. Так. Морда. Сейчас выходим. Так, все. Господи, Каюр, ты как лошадь. Пошли. Ну давайте, жару мне теперь еще дайте, чтобы я вообще с ума сошел. Пожалей меня сегодня. Ну, мы обойдем. Ребят, пусть здесь стоят. Хорошо, подальше друг от друга. Мы пойдем подальше. От народа. Только мне эта парочка чудить не начала. Что и мой друг перед другом сейчас
дадут за махлопы километров на 20. Смотрим. Тихо, спокойно, ветра нету. Мы сегодня целый день по двору и спали. И это. И умаялись в неф, заходя в вольер. В вольере они только, получается, только ночуют. Подсыхает чуть, да? Ну вот видите, это вот парочка. Вот уже 250 метров. Вот они шуруют и шуруют. И могут шуровать. Я поэтому и знал. Каюра со Златой. Другие совсем собаки. Сейчас буду смотреть, что они будут делать. Мне надо по-любому их проверять. Это будет бестолковая беготня. Куда-то бежать. В никуда, далеко от меня. Злата одна, хорошо. Каюр с Чезой тоже хорошо. Злата с Белкуни вообще радовали. Радует меня. Из-за ревности, наверное, к друг другу и поведение. Охотится. Выстрел реагирует, смотрит, куда что. А эти вот все. Два свага пара. И... Ну все, уже 300 метров. Шастает. По старым следам. Тот трек не убрал я. Вот по синим. По нахоженному. Ну, понятно. 300-350. Я не против, что они так срываются и полетели далеко от меня. С таким поиском хорошо енота искать и так далее. Енотовидную собаку залает по-любому. А лишь бы дальше чудилого не было. Сейчас посмотрим, понаблюдаем. Через сколько придут, где, как будут ходить, где будут ходить. То, что они здесь будут везде в округе мотаться, и это я не против. Лишь бы был результат. А так посмотрим. Понаблюдаем. Потому что я так и взял специально. Каюр прыгает, скочит, ему энергии девать некуда. Исчезал не так ходит. Так немного. Посмотрим. Вот решил, пусть друг перед другом выеживаются и скачут. Кто куда? В паре, естественно. Если будет плохо ходить, будем разлучать. Слышу всплески воды. Но, судя по всему, мои шныряют. Ну да, 168-164 метра. Слышу, что-то плещется. О, о, шурует. По воде. Сгоняли, проверили, пришли к воде. Может быть, все будет нормально. Пускай, молодцы. Пока все хорошо. Комаря сколько. Будем смотреть, буду наблюдать. На то она и практика и так далее. Отбор и все остальное. Что, чего, как. Также и парит собак. Какая пара хорошая, какая нехорошая. Какая одиночка может быть лучше, чем пара. С кем можно брать, с кем нельзя. Также каюра с Белкуни надо пробовать. И так далее. И чтобы потом знать. Конечно, будут у меня выходы всех троих, но четверых нет. Троих можно. Но это жесть. Вы сами помните предыдущие охоты, выходы, прогулки в лес. Это жесть. Но они будут.
Я вас уверяю. О, по воде шлепают. Они уже рядом здесь, 70 метров. Вот, 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 вот. Вот, вот. Теплый воздух перемешивается с воздухом с воды, прохладный. Вот, а от леса идет теплый воздух. Прям дует, обдувает тепло. По воде там кругом одна вода. Все затопило. Выходит, сейчас выйду на дорогу, скорее всего. О, комар у меня кусается. 80 метров. Угу, выходит. Сейчас на дорогу выйду, на мой след. Придут. А, пришел змей. Молодец. Уже радуешь. Можно брать будет, наверное. Сейчас закончим охоту. Проанализирую все, сделаю выводы. Примем решение. Но не с первого раза, не с первого выхода. Совместно со Златой. О, кулик взлетел. Давай, давай, гони его. Профукал. Вот 177 метров. Сейчас она выйдет на след. Все, летит. Морда. Кабель первый пришел, видите? Пошустрей. Лапы длинные, высокие. Поднимай, поднимай, Куликов. О, летает, о, летает. Молодец. Вот она, бестия. Златка пришла. Иди, там антенну поправлю. Молодец, пойдем. На месте Златка топчет. Собаки пока со мной. Носится. Златка потихонечку шлендает по воде, по камышам, по тростнику. Дождемся темноты и пойдем. Да, моя девочка. Ай, моя красавица. Златуха. Молодец. Молодец. Около меня, конечно, надо отряхнуться. Что он только одним быть мокрыми. Хозяин тоже должен быть мокрый. Каир по полю носится. Молодец. Эхо пошло от выстрелов. Не успел. Я не ожидал сам, что будет выстрел. Ни сколи, ни нервничай. Нет, пролетели. 4 выстрела было. Не скули, не нервничай, все, успокойся. Будет на твоей улице праздник. Чего ты меня таким глазами смотришь? Я что стрелял? Я ничего не стреляю. Мы Гринпис. Полетели на выстрелы. Не летите, не бегайте. Что вы реагируете на каждый выстрел? Две стаи хорошие, черки криковые были.
Я их видел, да. 4 штуки над нами прошли. Ребята два раза уже отшмаляли по два захода. Молодцы. Был бы результат. Не скули, Каёр. Вот ты вечно нервничаешь. Что ты скулишь? Ну что ты? Утку хочешь, что ли? Сел он в воду. Сидишь в воде? Вот сиди в воде. Да. Жди. Может, это были первые и последние. Мы же не знаем. Он Златко топчет, а ты сел возле меня в воде. Сидишь в воде? Тебе тепло в воде сидеть? Каёр, тебе тепло? В воде тепло сидеть? Скулит он. Не скули. Что? Упала еще. Ну, все, иди гуляй. Давай искать, искать, вперед. Давай, вперед, 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 вперед. Искать. Вперед, ищи. Давай. Что ты на меня смотришь? 4 кряка прошло. Высоко, очень. Ну, свистели крыльями очень замечательно. Нервничаешь. Куликов, вот они садятся, ты их гоняешь. Вот и гоняй. Куда полетели на выстрел? Злата ко мне, Каюр. Куда? Рядом совсем, в углу. На болоте там в углу. Иди ко мне сюда. Реагирует на выстрел. Прям рядом. Ну, они правильно делают, что на выстрел реагируют. Значит, там звери и так далее. Каюр, Злата. Каюр, Злата. Злата, Каюр, идите сюда. Все. Не надо так реагировать на выстрелы. Прям бабахнул. Видно, по воде был выстрел. Вот она, червяк полетел. Посадка. Манок не взял я. Не. Рукой не буду. Манок надо. Хорошо кричит. Все. О, видишь, кулики орут. Вот гони, занимайся ими. Видишь, нету ничего. Ребят стреляют, значит стреляют. Значит так надо. О, он полетел. Чума. Его болото сводит с ума. Он на все реагирует, ему все надо. Почему ничего не падает, почему ничего, все улетает, ничего поймать не могу. Ладно, стоим. До темноты пойдем. Слушали, слушали, пошли топтать. И утки пролетают низко, черки по темноте. Вон. Каюр от безделья. Копает что-то. Вытаскивает. Опять роет какие-то туннели. Траву выдергивает. Чудило с Нижнего Тагила. Так. Все же почти стемнело все. Так, этот, как тебя? Каюр. Это, Каюр-то здесь. Злата, Злат, пойдем. Хватит на вечерке стоять. Злат, пойдем, выходи из камышей. Слушай, он там сидит и смотрит на гладь воды. Как утки садятся, взлетают. Злат, пойдем. Пойдем, моя девочка, пойдем. Пойдем, моя хорошая, пойдем. Все, отохотилась, пойдемте.
к лесу. Пошли. Вот, ушуровало. 400 метров вперед. Мы-то вон где. Каю рядом со мной. Вот козюля. Че, в лес пойдешь? Шлындает там. Пусть шлындает. Так. Ну что, вперед. Что? Морда. Пойдем. Шныряет по лесу. 306-309. По массиву идут. Но идут параллельно меня, только по лесу. Вдвоем. В принципе, неплохо. Он что зацепит. Я вот треугольник стою. Ну, грубо говоря, 300 метров. Идут по лесу. Вот здесь вот. Тут шуруют они. Это хорошо. Пусть идут. Где-нибудь выйдут. Ну, идут правильно. Направлению, только по лесу, не по дороге, а по лесу идут. До машины где-то метров 200, а им полкилометра. Для них полкилометра 2 секунды делов. Залает, только в лес ночью страшно идти, мало ли на кого напоришься, на сикача, не дай бог, рысь и все остальное. Видите, петляют вперед-назад, вперед-назад. Сейчас опять от меня уходят 400, почти 500 метров. Что они там? Ждем. Наше дело ждать и слушать. Вот и машина. Жду, наблюдаю, слушаю лес. Слышно будет хорошо. Перезаряжу сейчас. Ребята уехали, да? Ждем. Собаки в работе. Собаки работают. Ищут в поиске, поэтому все супер, все молодцы. И не очень далеко, шныряют, лес проверяют. Может, что надо и будет. Буду слушать и по перемещению буду смотреть, если залает, идти мне в лес или нет. Так, надо разрядить. Так, они уже рядом. 70 метров, вон. Давай ко мне, идите сюда. Все, молодцы, проверили. Час вас не было, молодцы. Зато весь лес проверили. Давай ко мне. Я, то встали, смотрят, глаза только светятся. Умница. Иди садись. Садись. Влад, иди садись. Иди. Молодцы. Ай, молодцы. А кто там так орал, как хищник? Пойди ко мне. Ай, молодцы, прогнал.
Я рад, что ты побегал. Лес прошерстили, молодцы. Чуть-чуть дальше, Шор. Койот, пойди ко мне. Молодцы. Вы вообще умнички. Буду дальше вас пробовать экспериментировать с вами. Отключаем. Так. Отключаем. Так. Злата. 10 километров. Значит, 10 километров 610 метров. А, это скорость. Пройдено 7.04, 7.040. Так, смотрим, Каюр. 7.670, больше. Скорость у него побыстрее, 11.900, ну, почти 12 км в час. Средняя скорость. И что вы мне напетляли тут? Вон вы напетляли. Озеро, да? Во, напетляли. Молодцы. Во, во. Потеряно, потеряно. Все, выключаю. Умнички, молодцы. Все. Да? Мордахи. Окна не буду. Или открыть вам чуть-чуть окошко. Одну открою. Вы мокрые. Счастливые и довольные, да? Сейчас уберу все. Ну все, антенну убран, сапоги снял. Шлепки. Все, все, не шевелитесь. Поехали домой. До дома, до хаты. Зарядки. Еще нас ждут великие дела. Кормежка. И так далее. Вот так вот. Ой! Старость не радость. Ой, мои старые седые колени. Старые седые колени. 15 градусов. Тепло на улице, я же говорю. Ну все, мы трогаем до дома, до хаты. Все я вроде собрал, все убрал. Все чин-чинарем. Ну вот такая вот прогулка была. Я как бы вот на осени сейчас в лесу буду смотреть, как они. Видите, под конец что-то начали гонять. Влево-право челночить, по лесу шерстить. И это правильный ход. Лайки как бы вот мне радуют. Они, может быть, кто-то будет, может, енот где-то идет на подходе на кормежку, понимаете, там еще что-то. Но как бы было бы что-то сработали, заинтересовало, пошли, прошерстили. Может, куничка была бы. Ну, в тот раз, вот первый раз мы со Златой выехали, она, да, она облаивала куницу. Но это было вне сезона, а лицензия с 1 октября. Поэтому и так, еще мех еще не вышел. Поэтому пока нельзя. Вот. Ну и все. Я думаю, что будут еще впереди много разных охот. Надо сейчас вот егерям позвонить, где на загонную охоту поеду. Обязательно надо напомнить о себе. Поучаствовать, походить, покричать. Ноги размять, как говорится. Вот. И думаю, что тут, конечно, особо ловить супер успехов нет. Мне хотя буду сейчас, может, кататься куда, вот, куда пригласят. А так, по пушнине, где более много, больше зверя, конечно, по возможности буду смотреть по обстановке. Если у меня возможность поехать куда-то или так далее, тогда буду ездить. Если нет, будем здесь прогулки устраивать по месту. Больше никак. Хотя бы собаки будут на природе, а не просто дома сидеть. Вы же знаете, я дома не сижу. Поэтому и вне охоты, и в охоте я всегда в лесу с собаками. Если охота закрыта, я с ними на речке, либо на поводках. Ну, вы сами все видите, наблюдаете, все на канале есть.
Ну все, мы до дома духоты. Кормиться, поиться и так далее. Вот. Увидимся. Может, народ появится опять на каналах. Куда-то все подевались, поисчезали. Непонятно, что случилось. Ютуб глючит по полной. У меня оповещение приходит. Я выпускаю. Но у меня же два канала, да? Делаю там премьеру и там. У меня премьера уже прошла, потом час проходит. И мне на основной канал приходит оповещение, что идет премьера, скоро премьера на этом, на кухне. А час уже прошел, как она уже прошла. Представляете, какой вот тормоза. Ну ладно, бог с ним. Все наладится, я думаю, со временем. У всех сейчас полное ЖД. Всем пока.